Всем доброго времени суток! С вами Сальнитмашка, и сегодня у меня для вас новости на 25 число, 9 месяца 24 года. DE уже заняты подготовкой своей будки для японской выставки игр, из-за чего подкаст вещали тоже из Японии. Из любопытного упомянули некую новую миссию вторжения, как часть контента Камеи, доступна на раннем этапе игры. Затронут на девстриме и статус версии для андроида. Покажут и некий очень особенный трейлер. Длительность этого стрима будет фиксированной, лишь час. Но пресс-релиз упоминает второй стрим. Запустят его 30 сентября в 9 утра по МСК. Это должно быть не только обобщением первого стрима, но и содержать дополнительную инфу, а также ответы на вопросы сообщества. Напомню, что стрим первый запустят 28 сентября в 5 утра по МСК. Но дропы не заявлены, потому не обязательно смотреть вживую. Тот же пресс-релиз упоминает особое заявление в честь грядущего 99-го. Для участия пригласили актрису озвучки Аои. Заявится и Кенджиро Цуда как актер озвучки, известный ролями в Chainsaw Man и Jujutsu Kaisen. Пока не ясно, как он с Варфом связан. Это продолжает свежий тренд DE на вовлечение известных актеров озвучки. Слили раньше времени, что халявных колебанов начнут раздавать в октябре, хотя и так было очевидно, что Камея в месяце следующем выйдет. Девстрим по Soulframe тоже перенесли на октябрь. Затем DE подтвердили участие в ежегодной благотворительности. Начнется действо 1 октября, но уже сейчас видно татуху Лескитальца как новую награду. Напоследок нам раскрыли дропы этой недели. Вещи дают вкусные, типа формы и дешфратора. От меня же на этом все. И как обычно, благодарю всех спонсоров за поддержку канала. Всем всего, всем удачи и всем пока.